К другим темам. Владельцы машин с иностранными номерами теперь придется соблюдать правила дорожного движения. Напомню, до сегодняшнего дня водителей автомобилей с иностранными номерами было сложно привлечь к ответственности за нарушение ПДД, чем многие автомобилисты и пользовались. Однако власти нашли способ приструнить таких нарушителей. В силу вступили поправки в ПДД, которые обязуют водителей машин с иностранными номерами возить с собой документы, предусмотренные таможенным законодательством. А сотрудник ГАИ теперь их вправе потребовать. Напомню, раньше это было запрещено. Таким образом, инспектор сможет проверить, не просрочен ли срок вывоза автомобилей из страны и проставлены ли отметки в таможенной декларации. Раньше иностранные номера давали некую свободу на нарушение правил дорожного движения. Комплексы фото-видеофиксации выявляли нарушения, но отправить штраф лихачу не могли. Ведь регистрационные знаки другого государства в нашей базе данных не числятся. Кому отправлять штраф, непонятно. По этой причине автомобили с иностранными номерами стали опасны для мирных жителей. С такими номерами можно было безнаказанно сбежать с места аварии, а то и преступления. Теперь, благодаря поправкам в ПДД, инспекторы ГИБДД вправе проконтролировать, ведет ли машину тот, кто ее вез на территорию России и не закончился ли срок временного ввоза. Причем и за то, и за другое нарушение сейчас грозит довольно серьезное наказание – штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. А теперь внимание, штраф взимается вместе с конфискацией автомобиля.